Международный кинофестиваль «Зеркало» — это не только авторские ленты отечественных и зарубежных режиссеров, но и лекции в рамках образовательной программы «Картина мира». Это 5 лекций по общегуманитарным предметам, то есть современная философия, антропология, визуальная антропология, современная поэзия. Мы просто хотим расширить картину мира для, соответственно, тех, кто придет на эти лекции. Автор одной из них – фольклорист Светлана Адоньева. Она приехала в Иваново с лекцией «История, в которой нас нет», размышлениями о том, как воспринимают наши современники события прошлого. Интересное дело, читая занятия в разных аудиториях, я у студентов спрашиваю, а в каком году родились ваши родители? И интересно, что они отвечают не сразу. Они начинают путаться в показаниях. Я говорю, ну хорошо, день рождения помните? День рождения нормально помним, а вот какой год? Я говорю, а что тогда было в этом году? Спрашиваю я. И тут уже совсем сложно. Ну, про бабушек и дедушек я не говорю. Вопрос тогда, да? На чем стоим? На великой русской литературе. Да, мы, значит, проживаем, как Лев Толстой. Или как Евгений Онегин, начитавшись этой литературы. А где опыт-то, который мы можем заполучить? Откуда мы его берем? Из этих самых книжек? Отрезанных, мы точно не из этих родов. Лекционный проект тесно переплетен с образовательным кампусом кинофестиваля. Особый интерес проявляют те, кто хотят больше узнать о киноиндустрии и понять специфику процесса создания фильмов. Если ты хочешь не только снимать, но и смотреть кино, ты должен заниматься не только кино. Ты должен как бы иметь широкий спектр возможностей. У тебя должны быть инструменты для чтения и понимания реальности разнообразные. Вход на лекции бесплатный, приглашают всех желающих. Впереди еще 2 интеллектуальные встречи. Философ Артемий Магун расскажет об историческом значении перестройки, а поэт Александр Скидан о том, как ориентироваться в новой социальной поэзии. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.